Алло. Да, Олег. О, вот это Сатурн. Я снимаю, сестрички. С фотоаппаратом. Без фотоаппарата снимать не получается. Я на запись говорю, что это Сатурн. Фотоаппарату на запись, видеосъемка идет. Ну да, вы же с папой умеете звонить в нужные моменты. Что ты хотела, сестра? Ха-ха. Ну, видишь, какое занятое. 1 380 000 000 км сейчас до Сатурна. Ты небо видишь, сестра? Луну видишь? На юго-востоке посмотри Луну. Справа будет Сатурн и Юпитер, две планеты. Очень красиво сейчас. Так, у нас это сейчас настройки 800 ISO я поставил, но все равно Титана, спутника Сатурна не вижу. Справа от Сатурна должен быть. А что ты не видишь, я не пойму? У тебя куда угла выходит? На улицу, да? Да еще минут 15, не больше. Уже сейчас пойду домой. Давай тебе из дома. Хорошо, давай. Так, ладно, с сестрой пообщались. Поехали посмотрим. Пообщаемся с Юпитером. Да, даже на настройках 800 и 100, то есть явно пересвеченная, засвеченная, никакого Титана я не увидел. Рядом с Сатурном. Но в окуляр я его сегодня наблюдал. Очень интересно. В окуляр. Так, сейчас будет справа вползать к нам. То есть слева будет вползать Юпитер. В окуляр видел, а когда включил на запись, уже не видел. Ну, по крайней мере, я могу сказать, что я визуально наблюдал Титан. Эй, вот он наш Юпитер. Ну что, ну при таких настройках светочувствительности, при такой уже темноте на улице, это просто белая клякса. Или как замечательно сказала в комментариях девушка, которую я все время цитирую, фонарики в подвале снимает человек. Ну вот где-то да. Где-то так. Поехали, Луну покажу. Сейчас в кадре Юпитер, Луна, Сатурн, ну не видно, да, Сатурн он вообще слишком бледненький, слишком далеко, но зато Луна у нас просто супер. Недолго уже до полулуния осталось. Вот этот момент мне очень нравится. Как мы резвенько. Пытаюсь резкость поймать. Небольшая-то. Все. Ничего не трогаю, даю самому ползти. Сейчас вот он у нас в левом нижнем углу, Аристарх. Наверное, любимый мой кратер. Да, почему звезд не видно, часто меня спрашивают в комментариях. Ну, потому что светочувствительность не позволяет. Это же ультразум, это фотоаппарат, у которого все настроено на дальность. А чем больше попытка снять дальность, матрица вообще крохотная, микроскопическая. Все ради того, чтобы было видно далеко.
А это значит, мы смотрим на это все через маленькую, через маленькое отверстие. Так, где звезда? Вон какая-то звезда. Сейчас я попробую на нее навестись. Это у нас закат над Северной Салтовкой, елки-палки. О, спутник какой-то летит. Не сможем мы его снять. Ладно, пошли он звезду снимать. Вот, пожалуйста, звезда. Только при приближении видно. Ну, Плеяду там получилось снимать. Ну, понятно, да, что это тут. Игра огней, это уже просто дефекты оптики. О, вон какой-то спутник летит. Вот стоит камера. Вот стоит камера, вот это он летит так быстро. Бросил камеру, улетел. А это он, кстати, через Большую Медведицу пролетел. Ну, давай тогда уже попробуем на звезды Большой Медведицы навестись. Я вообще знал, как они называются. Ну там одна сдвоенная есть. Вот она. Ну, в общем, понятно, да? Как в ультразуме это все выглядит. То есть видно звезды, но на них надо отдельно наводиться. А так на большой картинке по всему небу не хватает светочувствительности фотоаппарата. Вот вам, пожалуйста, Юпитер. Ладушки, пойду я, правда, на смену завтра. Надо домой возвращаться. Забрела жда окружной. Закончим на Луне. Наверное, вот так. Так, у нас 30 августа 2020 год, Харьков, 20:17 по Киеву. Да, уже так рано темнеет, это же надо.